Всем привет, с вами канал Jail 121, и рубрика «Голоса в балаболе». Сегодня я покажу, как установить голос Элан Николай для проги балабока. Ссылка на сайт будет в описании под видео. Ну а мы начинаем, поехали! Итак, переходим по ссылке в описании под видео и попадаем на сайт «Голос книги». Там сначала устанавливаем движок с API 4. Я включил музыку на заднем плане, но не стоит кидать в меня помидорами за то, что YouTube может забанить это видео за авторские права. Всем снова здравствуйте. Итак, после установки с API 4 нажимаем на слово «тут», и нас перекидывают на сайт по установке синтезатора речи Demagog. Но так как речь заходит о балаболке, то мимо собачьего фекалия мы пройдем мимо. Опускаемся в самый-самый низ и устанавливаем движок Акапелла, а потом и архив с прогой для движка, ведь они необходимы для голоса Николая, так что качаем. Итак, после установки трех архивов мы открываем программу, выбираем с API 4, и выбираем голос Elan TTS Николай. Я возьму текстовый документ с примером, проверяем. Мне тряпки не хватило. Это реально работает. Ну что, джентльмены? Если эта инфа вам была полезна, то подписываемся на телегу и на канал с колокольчиком и смотрим прошлые видео, а также пишем комментарии. Всем удачи и пока-пока. Озвучено Максим.